Всех приветствую, и вновь с вами Руни. Сегодня я буду брать интервью у Риалча. Всем огромнейший хнеферский привет, друзья, и зрители канала Руни. Спасибо, что пригласил в видео. В общем, кто не в курсе, у Руни на канале уже выходило видео с моим участием. Тоже интервью, но тогда я был Аристарх87. Ну, в общем, давайте я уже начну отвечать на вопросы. Как у тебя дела? Дела у меня сейчас очень хорошо. Начинаю набирать новых подписчиков. Потому что, ну, из-за кое-каких событий, о которых чуть дальше расскажу. В общем, все отлично. Какой у тебя любимый фрукт? Их нет, честно скажу, их просто нет. Нечего больше добавить. Говорят, ты очень сильно любишь черноголовку, это правда? Да, это так. И не только такую люблю, и просто газировку, и чипсы, и, короче, всякую вредную еду. Обожаю во время монтажа покушать. В общем, да. Сейчас очень много всего выходит по тематике ФНАФу. Что ждешь больше всего? Естественно, я жду фильм по ФНАФу. Это первое. На втором месте DLC Ruin. И третье это Help Wanted 2. Будешь ли снимать прохождение DLC Ruin? Нет, скорее всего, прохождения не будет, потому что, ну, там свои причины. В общем, лучше я просто сделаю большой обзор всего. Ну, то есть, всего-всего, что будет в DLC. Просто я из интереса жду это DLC, мне просто реально интересно, что там такое будет. Я уже после трейлера, ну, никаких высоких ожиданий, ну, не завышаю ожидания, просто хочу посмотреть, что из этого выйдет. Как придумал новый ник? Ник был выбран совершенно спонтанно, то есть я просто перебирал какие-то рандомные слова, соединял их, что-то убирал, и вот так получился Релч. Просто крутой никнейм для ФНАФера, я считаю. Ну, всем моим друзьям понравилось, я всех спрашивал, говорят, классный ник. Да и мне самому ночь понравился. Вот. Вот такая вот история. Ты сам сделал оформление своего нового канала? Оформлением занимался мой коллега Джейсер. Большое ему за это спасибо. И респект. У тебя есть домашние питомцы? Питомцев у меня нет на данный момент. Но были. Раньше была белка. В общем, да, раньше были. Но сейчас их нет. И, возможно, в ближайшее время не появится. Что произошло с твоим каналом? Это, на самом деле, моя большая проблема, потому что есть желание снимать все подряд, и из-за этого очень сильно страдает мой канал, происходят большие метаморфозы с ним, он постоянно переживает изменения, я постоянно меняю что-то на нем, там, меняю темы, меняю, ну, тематику, все подряд меняю, и меня это снова раздражает, но я решил, твердо решил, что буду снимать ФНАФ и все, и ничего больше, только ФНАФ. Как ты ко мне относишься на данный момент? Отношусь я к тебе положительно. Все, на этом интервью подходит к концу. Спасибо всем за просмотр. Поставьте лайки под это видео, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Руни. Всем пока. Я думаю, я очень правильно сказал. Ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал. Ссылка на его канал, естественно, будет в описании. На этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.